Ладно, это да. Я жабыл. Кеше жүрөс. Жабыл, сени кине кылганда. Иги кылган. Эге кайрып турум мен түрүсүңдөр деп. Сен билесиң. Айга деген мандыр мен кайрып турум мен түрүсүңдөр. Саламатсыздар ма барлықтарыңызға. Бүгін 15 сәуір 2019 жыл. Менің апелляциялық сотым болып өтті. Жаңалығым көңіл қуантарлық емес. Яғни мен берген отводты, менің адвокатым берген отводты қабылдаған жоқ. Істі қайта қарайтын болып жатыр. Енді қалған мәліметтер жөнінде адвокатым өз ойын айтып өтсін. Мне был келген халық. Сот залына түсірілген видеоны кешірек шығарармыз. Жанаргүл, айтасыз ба? Давай, жақсы онда. Сегодня. Защищено апелляционное ходатайство государственного обвинителя Федорова. Отменили оправдательный приговор от 6 февраля 2019 года в отношении Ахпердиевой Айгуль. Отменили частное постановление, которое было направлено в адрес генерального прокурора. И возобновили главное судебное разбирательство заново. В ходе сегодняшнего процесса моя подзащитная Айгуль Ахпердиева заявила отвод всему составу суда. Суд отклонил и при этом не разъяснил основания, почему он отклоняет ходатайство. Далее мы, как защитникам, также было заявлено ходатайство по заявлению об отводе. Рахмет, Дарья, молодец, спасибо. Недоверие всему составу Магиставского областного суда. Однако мое заявление, ходатайство, мы также оставили без удовлетворения. Что ж, апелляционная коллегия отменила приговор в отношении Айгуль. По тем основаниям, что судья не зачитала полный текст приговора при оглашении, и что это является существенным нарушением суда. Айгуль вновь вернулась в то время, когда это все начиналось. Что ж, мы теперь будем заново отстаивать и защищать. Как говорится, будем защищаться. И от того беззакония, которое произошло с Айгуль Ахпердиевой. Все, Ахмед. Все фотографируются. Істі қайта қарайтын болып жатыр халық. Істі қайта қарайтын болып жатыр. Оправдательный приговор отменили. Возобновили вновь. Следующий судебный процесс назначили на 22 апреля в 15:00. Рахмет. Рахмет. Ага. Рахмет. Кейін хабарласамыз. Я. Бұзат айтасыз ба? Сот жөнінде. Кейін жақсы жайырақ шығармын. Өзім көңіл күйім жоқ, бір зат айтуға. Соттым әділіс екен, әуелден білеміз. Мы изначально знали, какая у нас гнилая система. То есть оправдательный приговор все-таки отменили. Решили возобновить дело. Следующий судебный процесс назначили на 22 апреля в 15:00. Тут у нас вот водятся вот такие людишки, специально наблюдают. Мы уже знаем, куда они. Что можно сказать? Ну, я не скажу, что особо я очень волнуюсь или я сейчас заплачу. Нет, мы будем до конца бороться, будем защищаться, потому что правда на нашей стороне.
справедливость должна восторжествовать, наконец. Мы будем в дальнейшем бороться, и я прошу вас поддержать меня. Всем спасибо. Я прерываю прямой эфир.